предлагаю приготовиться сегодня мясные колбаски гриль с Балканского полуострова. Они очень сочные и ароматные. Чевапчичи, или чебапчичи, так называют эти колбаски на Балканском полуострове. Вкуснейшие остренькие мясные колбаски, поджаренные на углях, очень простое, но вместе с тем очень вкусное блюдо, которое безусловно не оставит равнодушным ваших близких и гостей вашего дома. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Прокрутите через мясорубку мясо и репчатый лук, хорошо вымесите получившийся фарш. Добавьте в фарш соль, соду и специи. В течение 5 минут отбивайте фарш до получения однородной, тягучей консистенции. Отрежьте от пустой пластиковой бутылки верхнюю треть, в образовавшуюся от бутылки воронку плотно набейте фарш, выдавите фарш через горлышко бутылки на плоскую поверхность, поднос. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Если требуется, разрежьте получившиеся колбаски на порции необходимого вам размера. Обжарьте колбаски на решетке гриль или сковороде со всех сторон в течение 15 минут. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Такие продукты будут нужны. Свинина 500 грамм, говядина 500 грамм, репчатый лук 2 штуки, пищевая сода 1 чайная ложка, карри 1 чайная ложка, соль 1 чайная ложка, острый чили перец 3 чайных ложки, красный острый перец 3 чайных ложки, количество порций 6. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Всем Марии удачи и дачи у Марии. Увидимся!